Мое личное мнение, не как должностного, как человека ГГУЗа по национальности. Мое личное мнение, что мы должны более интенсивно развивать ГГУЗский язык во всех направлениях. Но вместе мы не должны терять позиции русского языка, и мы должны сделать так, чтобы и государственный язык страны тоже функционировал. Вот эти, если нам удастся вот эти три составляющие скомбинировать так, чтобы ГГУЗский язык занял свое достойное место в ГГУЗе, не теряя позиции русского языка и знания государственного языка, это будет тот плюс, который в будущем сыграет большую роль для всего ГГУЗского народа.